Что-то мне грустно одному, пойду-ка я погуляю. Смотрите, к нам идет Миша. Может, он будет нашим новым другом? Что это они ко мне бегут? Мне надо защищаться. Если не буду дряться, то они будут меня обязать. Посмотрите, он сжал кулаки и собирается с нами драться. О чем-то они так говорят, не слышно ничего. Не договариваются, чтобы начать меня обижать. А мне придется защищаться. Эх ты. Мы хотим с тобой дружить. Не хотим с нами драться. Мы думаем, ты наш новый друг. Мы не будем с тобой дружить. Пойдем дальше играть без меня, если хочешь нас убежать. Так мне стыдно и грустно, что я хотел с ними драться. Почему у меня нет друзей? Что же мне делать? Как подружиться с ребятами? Ага. Эх ты, ты посмотри. У тебя кулаки сжаты. Гав-гав. Гав-гав. Я понял, мне нужно сжать кулаки. Из-за них ребята думают, что я буду с ними драться. Попробуй к ним еще раз подойти. И не буду сжимать кулаки. Смотрите, Миша к нам идет. Улыбается, и кулаки у него не сжаты. Он не хочет с нами драться. Давайте с ним дружить. Миша, иди к нам. Давай вместе играть. Ты мой друг. Я твой друг. И ты мой друг. Вместе за руки возьмемся. И друг другу улыбнемся. Ребята, я больше никогда не буду без причины сжимать кулаки и драться. А мы не думали тебя обижать. Как хорошо, что я понял, что драчуном быть плохо. Ха-ха! Я очень рад, что подружился с ребятами.